Добрый день, дорогие друзья! Своими неумными и унижающими человеческое достоинство действиями власти умудрились сделать протест модным. На улице начинают выходить не только активисты, но и знаменитости. Евгений Кафельников становится одним из публичных лиц московского протеста. Актер Владислав Котлярский, сделавший карьеру на ролях ментов, обращается к этим самым ментам со словами: «Мужики, вы чего?» Сотрудники ОМОНа, Росгвардии, здоровые мужики, что же вы делаете-то, а? Дубинками подростков, женщин, даже стариков лупили сегодня. Главный репер страны Оксимирон призывает прекратить уголовное дело против участников мирной акции 27 июля в Москве. Вот Юрий Дудь произносит зажигательную речь, посвященную московским протестам. Я прилетел вчера из города Москва, города, в котором прямо сейчас, прямо в эти минуты происходит очень важная и довольно стрёмная движуха. Как же это произошло? Как выборы в городскую думу превратились в политический кризис федерального масштаба? Мы уже говорили о том, что власти установили запредельно высокий процент подписей в поддержку выдвижения независимых кандидатов. Но независимые кандидаты научились преодолевать этот барьер. А кандидаты от власти на московских выборах по привычке даже не пытались собрать подписи. Поэтому мы стали свидетелями абсолютно абсурдной и возмутительной ситуации. Кандидаты, которые собирали подписи, которые вели активную кампанию, чьих сборщиков и волонтеров каждый видел на улице, вот этих кандидатов как раз избирком отказался регистрировать. А людей, которые кампанию не вели, которые подписи не собирали, а повесили максимум один билборд со своим портретом, так вот этих кандидатов, наоборот, зарегистрировали. Нам всем сказали: вы стадо, вы никто, с вами можно поступать как угодно, и вы ничего не будете возражать. А вот оказалось, нет. Люди не стадо. Они видят обман и подлог. Не прокатило. Кандидаты при поддержке своих избирателей потребовали ответ от избиркомов. Избиркомы пошли на преступление. Живых людей объявили несуществующими. Проверки фальсифицировались, а эксперт мог забраковать любую подпись, просто ничего не объясняя. Нам предложили поверить в это дерьмо. Опять не прокатило. Люди вышли на улицы. Право мирно и без оружия проводить митинги, собрания, демонстрации и шествия гарантировано Конституцией. Это право не может быть отнято и ограничено. Не может быть отнято даже законом. Москвичи вышли на улицы мирно, без оружия, и были жестоко избиты ОМОНом. И нам снова предложили поверить в дерьмо про массовые беспорядки. А, мол, поэтому можно было и нужно было задерживать и бить граждан, а также заводить на них уголовные дела. Ну, каждый может прочитать Уголовный кодекс. По Уголовному кодексу массовые беспорядки – это когда люди занимаются насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывчатых веществ, а также оказанием вооруженного сопротивления представителям власти. Ну и где вы это видели? В бумажных стаканчиках? Суды, подчиненные власти, могут засилить любое дерьмо, но это не значит, что мы должны этому дерьму верить. ОМОН при разгоне массовых акций стал прятать лица. Они не представляются и скрывают жетон с личным номером. Они скрывают свою личность, поскольку нарушают закон и боятся ответственности. Они трусят вовсю, когда их личности устанавливают избитые ими граждане. Они говорят, что вот это вот, то, что их личности устанавливают, нарушает их права. Кто поверит в это дерьмо? Личности вот этих преступников, они обязательно должны быть установлены. Мэрия Москвы старалась всячески уменьшить массовость протеста, показать, что москвичам важнее не протест, а развлечения. Ради этого они придумали целый музыкальный фестиваль «Шашлык Лайв». Фестиваль состоялся в день, когда москвичи выходили на бульвары города, чтобы потребовать допуска независимых кандидатов на выборы. Фестиваль назначили и объявили всего за несколько дней до начала. Но это не помешало мэрии заявить, что за день фестиваль посетило более 90 тысяч человек. А потом, что самое смешное, эта цифра показалась мэрии несолидной.
ну или они опомнились и решили, что украсть на проведении фестиваля можно было гораздо больше. Так или иначе, цифра участников фестиваля быстро выросла до 305 тысяч. То есть нам предложили поверить в то, что спешно объявленный за 3 дня до начала, никогда раньше не проводившийся фестиваль, собрал больше, чем крупнейшие мировые музыкальные фестивали. Врать и красть. Похоже, вот этот лозунг должен быть написан на каждом офисе московских чиновников. Впрочем, не только московских. Но еще за большее дерьмо власти, оказывается, держат российских музыкантов. Как выяснилось, мэрия Москвы записала выступающие несколько известных музыкантов, не только не спросив согласия, но даже не предупредив. Конечно, это унизило и возмутило людей. И во многом аполитичные до сих пор люди были вынуждены публично заявить о своем неучастии в этом. Кто-то, как Алексей Кортнев, сразу отказались от участия. Впрочем, от Алексея мы другого и не ожидали. Кто-то, как Максим Покровский, отказался через какое-то время, подумав и сопоставив события. Нас пригласили в пятницу, то бишь накануне субботы. Что происходило с другими артистами, я не очень хорошо знаю, потому что не с многими успел пообщаться, но знаю, что либо все, либо большое, либо подавляющее большинство были приглашены очень-очень за короткий промежуток времени. Мы поняли, что это за концерт, к нам обратились наши подписчики, мы стали просто, ну, обратили на это внимание. Ну, мы увидели, что это за акция, что она с очень большой вероятностью сделано для того, чтобы отвлечь внимание людей от других событий. Ну и, собственно, все. Я даже не знаю, это настолько прямо, настолько очевидно, настолько это одно следует за другим, что мне даже сложно какую-то найти логическую связь, логическую подоплеку, потому что это одно вытекает из другого, и все. Я не позволю себе комментировать действия тех артистов, которые все-таки приняли участие в этом концерте. Мы артисты, повторяю, это разменная монета. Нас берут и используют. Достойная позиция. Достойная и по сути принятого решения, и по степени честности человека. И вот что интересно, эта позиция сформировалась во многом под влиянием этого самого фестиваля, этого шашлыка «Лайф». Власти думали, вот мы сейчас используем в темную музыкантов и решим свою проблему. Ну и что, что в темную? Ну что, что не спросив их мнения? Да кто они такие, чтобы возражать? А они люди. Им тоже не нравится, когда их не спрашивают. Как москвичам не нравится, когда их не спрашивают, кто будет в городской думе следующие 5 лет. И так не только расширяется база протеста, так возникает мода на него. А там, где есть мода, там молодежь и массовость. Власти не оставили многим публичным людям возможности быть нейтральными, потребовали сделать выбор. И этот выбор оказался не в пользу властей. Они держат людей не за граждан, а за управляемое стадо. И уже перестали это скрывать. А люди не стадо, люди не дерьмо. Но, может быть, вот это вот их самое отношение, их презрение к нам поможет определиться тем, кто еще не определился. 10 августа Совет независимых кандидатов приглашает москвичей на новую акцию. Те, кто только против фальсификации выборов и беззаконных преследований, приходят в 14:00 на проспект Сахарова. Там будет вроде бы сравнительно безопасно. Лозунг акции «Отпускай и допускай». Те, кто не верят, что согласованные акции могут на что-то повлиять, устроят праздник непослушания по всему центру Москвы. Другие города поддержат борьбу за честные выборы пикетами и шествиями. Это только начало. Сентябрь грозит быть очень и очень нескучно. В стране началась революция, и кончится она только падением режима. Пусть впереди годы борьбы, но человеческое достоинство победит. Россия будет свободна. Всего хорошего и до новых встреч.